Всем привет! Меня зовут Анюта, и вы на канале Анюта Плей. В предыдущем ролике мы видели первую распаковку сюрприза WoW новой серии I Spy. Кто еще не видел, ссылку я оставлю в описании. А в этом видео давайте рассмотрим новых куколок 4 серии поближе. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы начинаем! Какие куколки нас ожидают? В глиттерном клубе можно будет найти красивую куколку Блинквин. А вот куколки гламурного клуба. SF Baby и Great Baby. В клубе Релакс мы найдем куколку Big City Baby. Она очень милая в этой шапочке медвежонка. Любите читать книги? Встречайте книжный клуб вместе с куколкой Кэндис Кьюти. И мне кажется, это Дороти из волшебника страны Оз. Ставь лайк, если думаешь так же. Встречайте спортсменок. Куколка Драк Рейсы и Кади Кьюти. В ретро-клубе можно будет найти куколку Соу Бейб. А вот и Поп-клуб. И эта куколка мне нравится больше всего. Эти с Биби. А вот и куколка Сабошки из арт-клуба. Поп-харт. Ну и наконец, Поки-клуб. Жуткий клуб. Первая куколка похожа вампир. А на кого похожа Трилла? Как думаете? Пишите в комментариях, какая куколка вам понравилась больше всего. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Смотрите и другие мои видео. Впереди будет много чего интересного. Всем пока!